это о городах в целом. То есть, в принципе, все города, они как бы монолитные. Города у нас за границей, это наши города, они все равно чем-то похожи. У них во всех живут люди, которые также любят, там, ненавидят, встречаются. Да? То есть везде есть жизнь, которая кипит. Как мне представляется, это о двух одиночествах, двух людях, которые никак не могут встретиться в этой жизни. Они каждый день проходят мимо друг друга и не видят. То есть они, ну, как бы не замечают друг друга. Казалось бы, поверни голову, и он ее увидит. Или она чуть в сторону сделает шаг, и она его встретит. Но это так и не случится.